Привет, девочки, мальчики. Это мы, Алла, провансалочки и Мон-Мари Мориса. Ди, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quelle fête? Aujourd'hui, c'est la fête des papas. Alors, bonne fête à tous les papas. Короче, сегодня я уже вам говорила, во Франции праздник пап. И мы сегодня едем в гости. Обычно это происходит все у нас, но сегодня мы едем в гости к его зятю. То есть там будут его дочки, его внуки. Я вам немножко сниму оттуда все. И поэтому все, у кого есть папы, поздравляйте их сегодня с праздником, потому что это официальный праздник во Франции. Вечери. Ну вот, мы уже приехали. Это совсем рядышком с нашим домом, здесь минут 10 езды всего. Короче, уехали, муж меня чуть не свалил в кювет, потому что он вспомнил, что вчера вечером он включил воду поливать помидоры, капельный полив. И так он сегодня съездил, покатался, вот сейчас мы уехали из дома, а водичка так все и течет. Поэтому сейчас будем попробовать дозваниваться брату его, я попробовала, телефон отключен. А здесь, представляете, какие просторы. Это вот его питомник растений, а вот здесь вот его родители построили дом. Ну, конечно же, вот наш Нико, вот он его зять, вот в синей майке стоит, видите, он там с этим огромным прицепом, он на них и возит. А вон там его папа вышел, вот они такие, два близнеца. Ну, мы тут запаркуемся, сейчас, девочки, потихонечку я вам все сниму. Ули Милан. Милан, он не va faire photo. Allez, en plus, tu fais social. C'est vrai. C'est vrai, Loulou. Qu'est-ce qu'on a ce bruit de stool, on t'en bassait. Allez, allez. Fermé pour les mouches. Allez, on ferme. Patate. C'est très bien. Cathy, tu peux me faire avec, je verrai avec Maurice. Je te montre où il faut appuyer, pas sur le grain, hein? Ici, sur le petit. Yes. D'accord. Je bouge pas l'angle ni rien. Bon, tu regardes qu'on est dans le cadre, c'est tout. Oui, mais il est large le cadre. Hein? C'est là, comme ça. Ça y est, un, deux et trois. Ça a pris? Belle photo, wow. Ура, наконец-то. Наконец-то вас словила. Посмотрите, что мы будем пить, такие вкусные. Я вот буду пить вот это вот Бордо. Quelle année sur Bordeaux? Порту, Бордо. Посмотрите, что мы пьем. Мы пьем 1999 год, Бордо. Вот оно такого цвета, но я вам хочу сказать, что мне оно не понравилось. Мне кажется, оно передержанное. Сабодире ли 19? Quel âge est là? 19 лет. Это немножко передержанное вино, конечно. Ну, мы об этом не скажем хозяину. Посмотрите, что это. Вот догадайтесь, что это. Вот этот зайчик. Кто же этот зайчик? Что это? Что это? Что это? Опля. Смотрите, там зубочистки. Класс. Вот она говорит, что этому зайчику 36 лет. Опля. Мается старшая внучка Мариса. Сейчас я у нее все спрошу. Матильда, кэска чуфи? А, монтра Матильда, плежа фильма? Сосили тетар де дегрину. Девочки, смотрите, это головастики лягушек. Вот они их потом кормят, когда они подрастут. Они варят зеленый салат. И прям бросают в ведро, и они прям здесь вот едят, как рыбки это все. И потом, когда они подрастают, их выбрасывают вон в тот бассейн. Матильда Чукрина, падали туши? И об какой конца грунди, и вон дали песина. Да? В. Короче, послушайте, натуральный бассейн. Вот, ну хозяйка этого дома, вон видите, сколько? Вот это все лягушки вот это тут ныряли, они меня увидели.
Короче, здесь такая система, и вот это натуральное, как бы, болотце. Ну, они мне говорят, что нету рыбы. Но есть тут рыба, вон, я уже видела. Или это такие огромные... Короче, они потом ловят этих лягушек, разделывают и жарят ее на гриле. Я говорю, послушай, будешь делать, пригласи меня. Я их есть не буду, а чисто посмотреть, как это все делается. Она так посмеялась. Но они же французы, они же не понимают, что мы можем там брезговать или что. Ну вот посмотрите, какой у них вот огородик. Видите, у них все застелено. Подведена водичка. Посмотрите, ни одной травинки тебе. Вот эти же помидоры я у них здесь покупала, эти же вот баклажаны. То есть вот здесь построен дом, вот с бассейном. Это родители вот как бы будущего мужа, старшей дочки мужа. У них двое детей, но они еще не женаты. Вот они в следующем году, в августе, будут жениться наконец-то. Им будет по 40 лет в следующем году обоим. Девочке старшей будет 10 лет. Мы пойдем в следующую субботу отмечать. Все вам покажу. Смотрите, ну красота. Посмотрите, кабачки. Чистота, красота. Так, сейчас я приведу сюда своего мужа. Ну, проблема в том, что вот это все покрытие, правильно, как Нико с этим работает, естественно, как Катя сказала, у нас же, мол, типа, карта бланша, то есть у нас белая карта, зеленый свет. То есть они все это берут, вот идут в теплицы, я сейчас пойду вам покажу теплицы, и сажают вот, и все вон поливается, то есть ничего особенного. И года 3 назад мы здесь тоже праздновали что-то, я не помню, нас приглашали. Я купалась в этом бассейне. Ну, вот она говорит, что в этом году у нее нет желания ничего чистить. Вот они там развели лягушек. Лягушка теперь, ну, это как болото. То есть надо сливать воду. Посмотрите, какие тут розы у нас прямо посажены возле бассейна. Конечно, все хорошо сделано. Посмотрите. Оливковые деревья, вот все вот эти столики, все вот эти матрасики, все вот эти растения. Душ вот у них здесь есть, вон, помыться. Конечно, классно. Слов нет. Красиво. Красиво. Другое дело, что... А, я не знаю. Она говорит, что, конечно, и комаров это разводят им. Но она такая, конечно, это очень буржуазная семья. Вот у нее трое детей. Младший сын сейчас выучился на инженера-строителя этих самолетов. Вот эти вот они... Он еще не определился, что он будет делать. Может быть, дороги, вот эти автодороги французские, либо самолеты, или что. Очень умный мальчик. Вот старший сын, это вот зять Мариса, то есть муж старшей дочери, у которых вот две девочки, вот Матильда и Марилу, которого вы все знаете. И вот за этими вот там, вот за этими кустами уже, там вот уже начинается этот питомник растений, куда вот мы ездили. Все очень с умом сделано, все такое красивое. Все зеленое. Посмотрите, какая красота. Где вы хотите, чтобы мои репортажи были короткие? Если я вам свою личную хронику жизни показываю по 40-50 минут, представляете, вот это, вот это лаванда, да, девчонки? Посмотрите, какие кустища. Потому что поливается. Посмотрите, сколько бабочек. Потому что вот это следом дерево, вот то, оно так и называется, от тире до папильон. То есть привлечение бабочек. И вот здесь эти бабочки. Вон, смотрите, какая красота. Все как-то у них все выросло, мы у них давно не были. Друзья мои, вы меня извините за мое гундошение, потому что, ну, я думаю, что я на следующей неделе все-таки пойду к врачу, потому что ничего у меня не проходит, поэтому извините за произношение. Вон там какой-то куст красивый, смотрите, он желтым цветет. Чего здесь только нет. То есть сын занимается этим всем, а когда он начинал, боже мой, мы приезжали сюда первый год, я только сошла с Марисом. Мы сажали у него в теплице семечко-семечко бархатцы, чтобы он смог их продавать. А сейчас посмотрите, как он, вон какая красота тоже, посмотрите. Такие как хризантемочки.
Здорово, конечно. Я не стала ничего там снимать. Сейчас я вам покажу, смотрите, затаивайте дыхание. Посмотрите, какие у них эти гортензии. И вот эта вот гортензия, это идружена, как она называется, это белая, что вот, вот это. Мне же муж ее срезал. Практически у меня на глазах он думал, что она мертвая после зимы. И теперь, конечно, она мне в том году очень хорошо цвела, но не так обильно, потому что ей просто столько места нет. Смотрите. И она очень хорошо пахнет, эта белая, вот эта гортензия. Это все у них сидит в кислой земле, в нейтральной, то есть вот, вот там у них сделано из брусьев, и все это засыпано правильной землей, потому что в наших землях это ничего не растет. То есть это все растет в центральной и особенно в северной части Франции, то есть в Британии, туда вот, Нормандия. Красота, да? Дальше пойдем. Ну, в следующем году у меня будет цвести моя вот эта гортензия. О, дети балдеют, смотрите. Вот, я ж не знала, чего ж я купальничек-то не взяла. Я сейчас тут тоже побалдела. Вот мы тоже с Марисом все думаем купить себе такую штучку. Смотрите, эти лягушки, классы. Лес или марши, а это чевалю косы. Смотрите, как красиво. Дельвика или туша пали, бутон поскольвали косы. Смотрите, балдеев дети. Оля! Фенко! Фенко! Смотрите, что творится. Детям стало жарко в бассейне, они решили водичкой разбавить. Али, анках, анках, Али, вози, 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 вози. О, браво! Ну все, бабушка с дедушкой кричат, а кто будет окна мыть? Вот жизнь детская здесь. Дети все плавают, потому что они с самого рождения в воде, конечно, молодцы. О, ему! Бегу! И мне даст. Девочки, смотрите, что пьем. Сидр из персиков. Ну, это такой лимонадик вкусный получился. Ну, обычно это все яблочное, а сейчас вот прям посмотрите. Так, сколько здесь? 3 градуса. Персики. И песок. Ни разу я не пробовала. Ну, это такое, знаете. Короче, дети там балуются со шлангом, а мы сидим тут, сидр решили выпить. Мы пошли искать диких кабанов. Это все тоже земля, купленная зятем. Они еще... Дети нас сейчас заведут. Attention! Малые там что-то идут, ползают. Посмотрите, вон там, вон, видите, мост. Вон там мост, к которому идет быстроскоростной поезд ТЖВ французский. Вот там вот видите, где идут машины, это уже автодорога. Ширисы у Теруты, у Абарсы, у Авеню. Дельон? Салон, да. Салон, Дельон. И это с каким бус? А не кто? А, d'accord. Короче, смотрите, какие тут поля. Мы с эту Анику или ажте са? Jusqu'à où? Jusqu'à l'autre. А, d'accord. Оля, мы взяли тиран, да? Короче, слушайте, взять наш тут вообще.
раскручивается не по-детски. Вот ему будет 40 лет. В марте месяце все... И си? Короче, это все его земли. Единственное, что он вот это вот, где вот все перекапано, вот для этих, для поросят, он, видите? Это он кому-то сдал в аренду. О, боже мой! О, ля-ля! Мы его по винир верну? Но, ля, иси. Мы и сон пасу важе. А, регарды, и сон ля-ба. О, боже мой! Вот, слушайте, вот они настоящие. А там у нас есть, пойдемте. Отошел. Пойдем, пойдем. Ой, смотрите. Ой, а там есть маленькие поросятки. О, ля-ля, посмотрите, какие их. Ой, смотрите, сколько их. Регардеса. О, боже мой, ой, девочки, посмотрите, что это тут. Ой, смотрите, вот какие маленькие. Мы и сон суважа? Вот боже. Господи, господи, что ж они такие грязные? Ой, смотрите, 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 смотрите. О, боже мой. Ой, для меня это такая экзотика. Экзотик. Регарда, как у меня регарда. Regarde comme une regarde. Il y a 5 bébés. Oh là là. Attention Milan, tu vas faire moi. Смотрите, смотрите, смотрите. Они играются между собой. Они ждут, что мы им что-нибудь бросим, бедненькие поросяточки наши, да. Такие хорошие. Грязные. А смотрите, вот вы видели, они какие-то кучерявые, посмотрите. Я боюсь, что у меня, не дай бог, камера туда упадет, так я вам снимаю так, через эту. Боже мой, боже мой. Ой, ой, посмотрите, коза вышла из этого. Смотрите на это. Ой, смотрите, что тут творится-то у нас. Ой, смотрите, они пришли. Боже мой! Мы же вам, мы же они в папруши. А если идти в адрьер муа? Посмотрите, вон там малой по спинам барана входит. Посмотрите, посмотрите. Залез на баран, ой, слез. О, водают. Слушай, ну для меня это точно экзотика. Я же совсем не девушка. Смотрите, смотрите. Ой, ой, и черные тут есть. Вон где. А что не папе? Дети не боятся вообще ничего. О, смотрите, тут козлик опять. Такой раз такой на баранов на спине запрыгивает. О, смотрите, какие рога! Боже мой! А вот этот малой цветной такой вообще. Матильда, мы команда Исона сортили зотра. Посмотрите на это. Так, смотрите, так, так, так. Короче, чирич вас антирли букла. Но ночью мы туши па. Мы видели, когда? Мы все пришли. Мы видели. Слушайте, ой, ой, ой. Послушайте, вот это живность. А эти маленькие какие хорошенькие. А я искала фотографию в интернете про козлов. А вот они, смотрите. Вот, сами к нам пришли. Слушайте, так воняет козлами вообще. Фу. Мы по... Мы регадуком или жули, или брия. Вот это рога. Ой-ой-ой, вот-то-то-то-то.
Вот это, а это какие цветные? Рога, рога, смотрите, какие рога. Viens, Barbichette, tiens. Attention, Milan, attention. Дети вообще не боятся никого. Я тут с ума схожу от страха. Прыгаю везде. И маленькие, вот. И все пришли, все хотят поесть. Attention, Milan, attention. А если он денжеро? Я говорю, осторожно, он тебя сейчас как хряпнет. Они же видят, что дают вискам. Эти вон просто лежат вот так вот в грязи. Боже, бедные животные, девочки. А этот вон виска ходит в грязи. Милан, attention. Пардон? У, ну и дорма. Но и он помог ему. Вот я сегодня, слушайте, друзья. Я вообще тут попала сегодня в такой. Но, чувапа, но. Живем, но. Молодец. Марилу! У него. Я. Эти такие вышли за ограду, тут сеном на халяву питаются. Вот смотрите на них. А какая борода у него, смотрите, прям шикарнючая, да? Живи же, Пепа! Он мне говорит, иди посмотри там. Я говорю, так я ж боюсь. Я ж такой... Lequel? Montre. Le gros patapouf. Donnez-moi faire. Ah! Oh, oh, il a prévalu. Regarde, je suis tombée dans le fosse. Ой, оп, пюнезе, чуть не уронила, слушайте, камеру. Вот это было бы, да? Они бы мне сейчас съели бы все. Смотрите, рога какие. Марилу, а не бы ли мажу фельфуту де корна? О-ла-ла! Je dis en évolue, moi je fais du corne. Vas-y, vas-y. Oui. Ah, il est là, lui, ça y est. Oh là là. Tenez, il veut se gratter tout le temps. Attention. Je ne tiens pas les cornes, mais j'ai peur. Milan, recule-toi. Вот так вот среди цветов. Ой-ой-ой, молодец. Короче, друзья мои, я пошла. Хватит мне этих животных. Они там все подошли, потому что они все хотят кушать. Вот так вот вам, пожалуйста. Запашок, конечно, еще тут. А эти прям так и спят несчастные. На солнце. Смотрите, какие они кучерявые. Вот вы видели таких поросят кучерявых? Ой, бедные животные. Ну все, хватит. Ну это про то, что, смотрите, свинья грязи везде найдет. Вон, видите, есть же сухие места. Нет, они будут ходить вот по этой грязи. Укладываться будут там в нее. Бедные, господи. Прям им это, если честно... Меня как-то это вообще не впечатляет. Allez-y. Attention, ton papa. Смотрите, что творят. Это искусственный газон там скручен. Это малая, вот это Марилу. Она ж вообще, она вот она ходила в цирк год. Смотрите, что творится.
Мне очень нравятся вот эти вот, смотрите, вот эти вот деревья с красными листьями. Смотрите, какие красивые. Мы уже с Марисом на них смотрим очень давно. Но у нас, к сожалению, нету никакой возможности сажать что-то новое. Да, я, наверное, немножечко уже и устала от этих посадок и садов, поэтому буду любоваться на чужое все. Смотрите, какая красота. Ну, надо же. Ну, ладно. Какая красота!